5 участников, 4 испытания и всего 3 часа на каждое. Один из этапов чемпионата World Skills Russia проходит в сельскохозяйственной академии. Организаторы приготовили для молодых профессионалов несколько непростых заданий, связанных с ремонтом и управлением сельхозтехникой. Для участников приготовлены испытания количества 4 модулей по работе с двигателем трактора, с потопленной аппаратурой, работа с сельхозмашинами разного назначения, входят регулировки, устранение неисправностей и агрегатирование. Первый этап – устранить неисправность в двигательной системе трактора. Перед стартом эксперты намеренно вывели из строя несколько механизмов. Второе задание – отремонтировать пресс, который используется для формовки скошенного сена. Далее идет модуль работы за компьютером. На симуляторе необходимо продемонстрировать навык вождения сельхозтехники. Финальное задание – собрать плуг, правильно соединить все детали и подготовить технику к работе. Мне больше всего понравилось двигатель. То есть там топливная система, регулировка клапанов и регулировка настройки форсунки. Просто вот эту технику я люблю больше всего с ней с детства. География участников – Шуя, Фурманов, Плёс и Тейкова. Управляться с техникой молодые люди учатся в колледжах и на сельхозпредприятиях. Лучшее представят наш регион на всероссийском этапе в Ростовской области. Соревнование WorldSkills является достаточно важным этапом подготовки любого специалиста, который связан с эксплуатацией, техническим обслуживанием сельскохозяйственной техники. Ребята здесь показывают свои умения, свои навыки. Это очень важно и для профориентационной работы в нашей академии. В следующем году направление планируют расширить и пригласить студентов в сельскохозяйственной академии. Для них разработают задания, связанные с наладкой электрооборудования на современной технике. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.